это бумеранг. Несмотря на то, что элемент легкий, довольно многие его делают не совсем правильно. Это неправильные бумеранги. Я вас поздравляю. Забудьте про эскуадра подобный заворот и раскрытие в Невеладу. В бумеранге его не должно быть. Короче, в двух словах, забудьте про винт. Техники винта быть практически вообще не должно быть. Заворачивайтесь именно из-под турника. Вот так. Вот здесь эскуадры вроде бы нет, но все-таки руку слишком поздно отпустили. Пробуйте вот так. Руку сразу отпускайте! Чтобы научиться делать правильный бумеранг, задрочите до идеала инфру. Именно такой техника, какой вам нужно. Смотрите. Инфра хорошего человека. Инфракурильщика. Вот пока вы не исправите вашу инфракурильщика, у вас будет не очень бумеранг. Тапочки. Научившись нормальный бумеранг, и если у вас много сил, вы можете всех попускать своим плавным бумерангом. Как бати, как настоящие отцы. Так-то бумеранг легкий элемент, но кто бумеранг делает через крис или винтом, вы, я ваших мам ебал. Нет, бля, это слишком грубо, у вас бомбанет. Не, это я не вставлю, то будете потом писать в личку, блядь, Гукасян, я в Ростов приеду, за маму ответишь. Это я удалю нахуй. Это Витя и Максим. Я, короче, что-то там... Бля, охуенный трек вообще, пиздец, Конов, ты красавчик. Я уже целую неделю напеваю на треньках. Это Витя и Максим.